конце XIX века повседневная женская одежда стала простой и удобной. В моду входят юбки с блузками. Как они выглядели, можно посмотреть в музее городского быта в дамской комнате. Это была мода периода модерн. Актуальны были формы, напоминающие цветок. Модный силуэт того времени – это подчеркнутая талия и расклешенная к низу юбка в пол. Просматривается любовь к декору, вышивке и аппликации. Наряд дополнен поясом, который украшен пряжкой в стиле модерн. Также полагались аксессуары – перчатки, лорнет, маленькая сумочка и кружевной зонт. Наряд дополнялся женскими часами, которые носили на длинной шейной цепочке или на шнурке. Иногда часы были вмонтированы в браслет. Особый интерес в музее городского быта представляют туфли. Изящная обувь была привезена из Вены к свадьбе Серафимы Петровны и Петра Ивановича Анакосогоровых, сына хозяина. Такие туфельки из белой лайковой кожи, украшенные бисерной вышивкой, выпускала известная венская фирма «Нейдер». Выгнутый тонкий каблук с дамской талией посередине как будто повторяет изгибы женского тела. Туфельки застегиваются на перламутровые пуговки, сделанные из раковин моллюсков. Для хранения такой обуви часто приобретались деревянные колодки, чтобы туфельки сохраняли форму.